прекрасно. Сегодня тестировалась новая доска для меня. Я встал на нее первый раз. Она предоставлена любезно Димой. Вот. Спустя 10 минут я уже достаточно хорошо на ней освоился. И мог осуществлять движение, которое называется в кругу тех людей, которые ездят на досках, пакты. Как и как, пусть это будет. Вот. А эта доска, что она позволяет? Во-первых, у нее низкое расстояние между осью вращения и самой поверхностью. По сравнению с другой доской, которая будет вам сейчас показана, она является более устойчивая. Я чувствую, что скоростные показатели у этой доски очень высокие. Мне не страшно. Вот. Я проехал около 4 километров, не касаясь поверхности асфальта, только с помощью движения дугами, так называемый пампинг движения. Все, мне доска очень нравится, но, однако, постановка ноги, здесь в процессе езды передняя нога немножко почему-то съезжает, возможно, это моя особенность, привычка к другой доске, съезжает немножко наперед. Хотя, есть оптимальное положение, примерно где-то вот такое положение. Но это опять надо привыкать к доске. 10-15 минут, согласитесь, недостаточно для того, чтобы научиться кататься на доске. Вот. Берем ту доску, на которой я сюда приехал. Это любезно предоставлено, опять-таки, Дмитрием подарено. Вот. На нее наклеены резиночки, которые позволяют более, как бы, цепко держать поверхность доски, потому что шкурка немножко пультировалась. Может, достаточно было и шкурки приклеить, хорошие там крупные шкурки. Ну, как бы, решил с резиночками. Подвес Carver 7. Передняя, а задняя штатная подвеска, которая идет в процессе с Carver 7. В данном случае Carver приподнят максимально высоко на ту длину болта винта М5, который можно было купить в магазине. Благодаря этому, ну, с моей точки зрения, управление этой доской немножко упрощается. Но на больших скоростях я бы на такой доске ездить бы не стал, потому что устойчивости на большой скорости нет. Однако для слалома, короткого слалома, там 50 фишек, горизонтальная поверхность, возможно, 50-50. Опять-таки, дело привычки. Отметим, что разница между базами, между осями, более чем очевидна. Вот. Понятно, что моя мышечная система заточена сейчас под эту доску. Это немножко другая доска. После того, как я после длинной вот этой доски встал на короткую, естественно, идет процесс переучивания мышечной системы. Все немножко по-другому. Но в то же время, как бы, я быстро переучился и опять стал тем спортсменом, который катался именно на этой доске. Так, теперь в заключение я могу сказать следующее, что да, вот эта доска для езды на большие расстояния, да, для езды на большие скорости. Но верткость этой доски недостаточно. В процессе тестирования необходимо было войти в поворот. Большие скорости не позволяли это сделать. Ну, была подобрана оптимальная скорость, которая позволяла на асфальте шириной, наверное, около 3,5-4 метров там все-таки развернуться и продолжить движение, не касаясь поверхности земли. Вот эта доска позволит, естественно, сделать значительно меньший радиус поворота, но в то же время на этой доске встаешь значительно сильнее. На этой доске я мог бы, наверное, не касаясь поверхности земли, двигаться, ну, часа, может быть, 2,5-3. На этой доске, я думаю, что значительно больше. Опять-таки, зависит от того, от качества асфальта и от количества перепадов асфальта, ну, в процессе пути. Потому что, ну, есть уже разные уровневые асфальты, там, особенно в парке Горького. Один уровень, другой уровень. Поэтому приходится, как бы, все равно переступать. Большое спасибо за внимание. С вами был спортсмен Чистяков Игорь Кристина.